Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на своем канале. Речь сегодня у нас пойдет о кактусе. Мне всегда было интересно посмотреть не на картинках, что же там у кактуса внутри, какой ствол у него, а интересно было найти вживую какой-то такой экземпляр, чтобы можно было и вам показать, и самой посмотреть. И случилось чудо, нашла. Посмотрите, пожалуйста, кактус. Ему на вид, наверное, лет 30-40. По толщине у него внутри. Обычно мы как эти кактусы. У меня есть видео про кактус. И посмотрите, там полностью закрыто, даже не видно, где там, есть там ствол, что там внутри. Не доберешься, не посмотришь. Если только в интернете какие-то картинки можно найти. А здесь. Оказывается, посмотрите, какой ствол на самом деле у кактуса формируется. Он не очень, конечно же, так, не очень красиво выглядит, но он есть. По звуку, как будто он пустой. Деревянный, но пустой. По звуку. Не знаю на самом деле, что там внутри. Деревянный звук у него очень. Посмотрите, как он здесь ветвится. И сами аккуратней, потому что на самом стволе у него тоже есть иголки, шипы. Я вам сейчас покажу, что там внутри. Мне самой будет потом интересно посмотреть, как там снимется внутри. Вот такие вот какие-то. Вот смотрите, что там такое у нас. Интересно. Класс. И на нем сверху, как у обычного кактуса, есть плоды, которые съедобны. Рада была поделиться информацией. С вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!